Сәлем, достар! Бүгін Қазақстан Халқы Ассамблеясының халық әуені жобасының кезекті шығарылымы. Бүгінгі бағдарламада армян халқының лорки биіне арналады. Ендеше, кеттік! Хотел сказать благодарностью сказать в адрес ассамблеи, что шанс, который это действительно создав эту школу, этот институт, мы все, находясь под одним шанараком, мы дружим, общаемся, всегда проводим мероприятия, которые проводились в Армении, стараемся проводить здесь. Можно сказать, что земля казахстанская, действительно, которая приняла нас, мы считаем, что это наша вторая родина. Айгүл ханым, жобамызға қош келдіңіз. Жаңа ғана тамашалаған би армян халқының ұлттық биі лорке дедіңіз. Осы лорке жайында толығырақ бізге айтып берсеңіз, таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме, көрермендер. Лорке занимает особое место среди армянских народных танцев. Это народный армянский танец, который исполняли на свадьбах, на различных торжествах. В старину лорки танцевали, когда невесту уводили из отцовского дома. Тогда танцевали только девушки. Сейчас уже лорки исполняются и парнями, и девушками. Лор переводится с армянского перепел, перепелка. И поэтому в этом танце есть некоторые движения, которые имитируют походку этой птицы. Потому что в древние времена танец посвящен был именно культу птиц.
Поэтому Лорки в нынешнее время уже не имеет такого смысла. А он исполняется именно на торжествах. Это веселый танец, хоровод. Когда девушки и парни берутся за руки, это означает единство армянского народа. А давайте вы сегодня попробуйте стать участницей нашего ансамбля и станцуете с нами этот танец. Арине? Өте әдемі би екен. Алған әсерімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Алтын уақыттарыңызды бөліп бізге келгендеріңіз үшін көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.